Не стало старейшего представителя Белорусской православной церкви. В январе отпраздновал 94-летие почетный настоятель кафедрального собора в честь Воскресения Христова города Борисов митрофорный протоиерей Иоанн Мессиюк. Родом из семьи священника, он с детства до последних дней отдавал себя служению церкви, прошел Великую Отечественную и в самые атеистические годы нес настоятельское послушание. При его активном участии был основан монастырь в честь Ксении Петербургской. А в 2013-м по указу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Иоанн в связи с 70-летием служения в священном сане был удостоен права ношения патриаршего наперстного креста, высшей награды для служителя церкви. Отпевание пройдет завтра в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Борисове.